ценителям селедочки с картошечкой посвящается. Сейчас будет просто секс. Порнофуд какой-то. Ребята, сегодня ваш день. Ребятки, девчатки, полирнем вот этой шляпой. Я так хожу по магазам иногда, покупаю всякие напитки, вот киви. Чисто так для себя попробовать. Матушка роща, не могу. Сейчас слюнями все заляпаю тут нафиг. Здорово, народ. Здоровченко. С вами снова Юрец. Мне кажется, без комментариев. Сразу хочу извиниться. Сорян. Сорян за звук, шумы. Вот там поставили штукенцию, она шумит, гудит. Будет улавливать, не будет. Главное, что меня слышно и видно, да, вот в основном. Итак, пользуясь случаем и своим положеницем, хочу передать приветы несколько вот. Люди попросили. Те, кто давеча просил, уж извините, я уже не могу найти, кто там просил. Так, значит, передаю привет Антимоновой Ольге, если я правильно... Опять же, сорян, если я неправильно называю фамилию. Антимонова Ольга, привет тебе. Так, и огромный большой привет я передаю Аделе. Аделя. Не знаю, я извиняюсь, если я неправильно имя твое назвал. Сахарная моя хантовая, привет тебе от Юрчика. Сладкая моя. Так, еще передаю привет Татьяне Черненко. Татьяна, Танечка, привет тебе от Юрца. Так, и еще один приветик. Татьяне, еще один Татьянин день, короче. Еще одна Татьяна из Якутска. Якутск, ух ты ж, это вообще. Там, блин, строганинка, мороз, ништячки, рыба и все остальное. Большой привет. Ну и в общем и целом, всем приятного аппетита. Вот. Картошечка, селедочка, лучок, черный хлеб и солюшка русская. Ничего лишнего. Просто поточек вкусно и смачно. Берешь, слюни уже текут, все. Картошечку. Картошечка молоденькая, можно с кожурой. Кому не нравится, ешьте без кожуры, я буду с кожурой. Как просили, вот лучочек, солюшку. И не переживайте, вы вообще ни за что. Вот прям пофигу. Черным хлебушком. Аккуратненько селедочку берешь. Кто бы мог подумать, что я буду любить селедку. Раньше... Ну, не нравилось мне. А сейчас это такой кайф. Блин, сейчас бы стопарик хорошего коньячка бы. Ну, не будем мы увлекаться. Любители селедки сейчас меня прям поймут. Какой это кайф. Картошечка. А еще молоденькая. Это просто оргазм, гастрономический оргазм. Это капец, как вкусно, блин. Я не знаю, у меня просто слов нету. Это, конечно, не говяжья печень с лучком и кинзой жареная.
Но все же. Мне сейчас потекут слезы счастья. Мне вот подписчица написала, да, говорит, селедочки, картошечки. Мне так эта идея понравилась, потому что я обожаю селедку. Именно вот с картошечкой, с лучком, с зеленью. Я извиняюсь, девчонка там писала, том-ям, давай том-ям, не первый раз. Я сделаю обязательно, просто как у меня настроение будет его похавать. Обязательно сделаю. Просто сейчас как-то настроения нету. Может быть, даже лучше доставочку, обзорчик заодно сделаю. Вот люди спрашивают, а что тебя мотивирует? Да кто тебя там спрашивает? Да отстань. Сам собой уже базар. Да, прикиньте, меня спрашивают люди. Чё ты, блин? Денег там нету. Не платят уже. Да нравится мне это. Это как хобби. Мне нравится... Еще то, что мои видосы приносят людям пользу. Какую пользу, я сейчас скажу. Лежит человек в больнице после операции. Жевать вообще не может. И что-то наткнулся на мой видос. А я тут уплетаю селедочку. Вот, смотрите, вот так вот прям берешь я. Солюшку русскую. Лучок помакану. Селедочка. Давай, прекращай вот это вот. Идет визуализация. Человек автоматически хочет кушать. Не все, конечно, но... Пишет мне, Юрий, спасибо. Благодаря твоему аппетиту появился у меня аппетит. А мне как бальзам на душу, честное слово. Так что те люди, которые думают, что это бесполезно, или там жрешь на камеру, как дурак. Да сами вы недалекие, кто так говорит. Может быть, я занимаюсь так врачеванием. Лечу по нос по фотографии. Потомственный мошенник. И домовой. Заклинатель колбасы и сыра. Блин, со стороны так послушаешь, что за дебил, что он несет. Ой, блин. Посмотрите, какой кусочек. Маслицем еще капает. Просто красивый. Нежный. Есть люди, напишут, ой, блин, сколько соли ты ешь. Мне что, блин, 90 лет? Я здоровый, гетеросексуальный мужчина, в самом расцвете сил и лет.
Че я буду себя ограничивать в чем-то? Как старый пердун. Чтоб потом еще пару-тройку лет так же себя ограничивать. Ничего здесь такого нет. Селедка, картошка, солюшка. Мне кажется, людям немного помешанные на каких-то ограничениях. Слишком озабочены своим здоровьем. Чересчур. Это не жизнь, а какая-то каторга, не знаю. Сами себе. Создают, блин, это. Я согласен, если вынужденная диета для здоровья, там, допустим, надо. Или похудеть хочет человек. Ну, когда ты себя нормально, офигенно чувствуешь. Здоров тот, кто чувствует себя здоровым, правильно? Нормально. Так что, все те, кто на диете, побалуйте себя селедочкой, картошечкой. И черным хлебом. Видите, это так вкусно, это вообще капец. Попробуй вот эту фигню. Кто пробовал? Что это такое? Fresh Bar. Киви. Вот киви нарисовал. Этот бокал хочу поднять за вас, мои подписчики, зрители. За вас, за всех. Неважно, плохой человек, хороший, нейтральный, кем бы ты ни был. Будь здоров. И не переживай ни за что. Прикольная штучка такая. Вкусненько, кисленькая, как с яблоком напоминает что-то такое. Как яблочное. Отлично. Просто. Кишка манули. Блин, выбираю самые такие маленькие, убогие кусочки, а хорошие, большие оставляю. Я чувствую, что я нажрался опять. Опять я попался в эту ловушку. Да блин. Чувствую, что я наелся. Я хотел вот этот кусочек, вот этот красивый. Но блин, я все равно его съем. Масло течет. Да офигенно вообще. Гена, это офигенно. Я сожрал просто гору селедки, гору картошки. Я доволен. Съел сам, все сам съел. И никуда уже не пошел. Oh.
Вообще обожрался. Обожруся и помру молодой. Так что, вот такие вот дела сегодня селедочные. Всем вам огромное спасибо, большое, вот за позитив, за хорошие комментарии. Если кого-то чем-то обидел, если кто-то во мне там как-то разочаровался, вы уж извините. Но все-таки... О, почти что... Все-таки это же ваши ожидания. Если я чьи-то ожидания не оправдал, правильно? Я никому ничего не должен. И доказывать тоже никому ничего. Не хочу и не собираюсь. Я вот такой, какой я есть. Либо так, либо вообще никак. Ну, либо нравится, либо нет. Для всех мил не будешь. Мил. И там, как там еще говорится. Да ладно, чудо-рудо. Ля-ля, бу-бу, там, как с пулемета. Не переживайте вы ни за чего. С вами был Юрец. Пока. Мукбанг, неожиданное путешествие. Опачки, у меня тут опять KFC нафиг на лавочке. Во. Горячая, острая нога. Опять я весь день не жрал, блин. И так что-то мне KFC захотелось опять. О, горяченького. Итийская богомышь. Как же это вкусно. Аж сопли текут. Собакам. Тут собачки бегают. Офигеть, как вкусно на путь. Матушка, короче. Оба, а вот, короче, нифига себе, леопардовые. Короче, это за моим KFC костями пришли. Кошечки, кошечки, блядь. Ты понюхай, это же ништяк. Сука, кошачья. На. Спрыгнула.